В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний житель Саратовской области. По его словам, он познакомился с мужчиной, который обещал помочь ему трудоустроиться на одну из руководящих должностей в ведомстве, осуществляющем контроль за водными ресурсами, охранной рыбохозяйственной деятельности. Свои услуги злоумышленник оценил в 5 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу столицы задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний уроженец Саратовской области. По данному факту следственным управлением УВД по Западному округу города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Юрий Титов, исполняющий обязанности начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве. Понятых сюда! Понятых всех сюда! Задержан, значит, внимательно смотрим за всем происходящим. Пакет в машине находится. Значит, подойдите немножко. Так, съемка. Давайте меня. Что назовите на камеру, представьте. Да зачем называть? Представьтесь еще раз, вам говорю, фамилия. Вот, так, все снял. Здесь в Москве адрес какой у вас? Нет, приехал в гости. Нет. Обращаю ваше внимание, что вот здесь вот находится между задними сиденьями сверток, значит, пакет какой-то целлофановый. Вот, надо зафиксировать. Да, какая сумма там? Я у него просил 3 миллиона. 3 миллиона просили? Это мои дела, это же личные. Вы отказываетесь отвечать на вопрос? Конечно, отказываюсь. Почему вы отказываетесь? Отлично. Значит, вы уже представились, поясните, значит, только что был остановлен автомобиль, значит, в котором вы находились. В нем также находился вот этот вот гражданин. Значит, что это за пакет и что в нем находится? Объясните. Это пакет с деньгами, суммой 5 миллионов рублей. Красильников Алексей с меня требовал 5 миллионов за устройство на должность руководителя Каспийского управления Росрыболовства. Росрыболовства. За назначение на должность, за, да? За назначение на должность. Угу. Эти денежные средства вы, находясь в автомобиле, передали последнему гражданину? Передал, да? Лично в руки последнему гражданину. Угу. Все, значит, больше у меня нет никаких вопросов. Сейчас будет осмотр места происшествия проводиться. Значит, время у нас... Пакет открыть. Да, обязательно открыть пакет. Девушки, подойдите сюда, мы сейчас откроем пакет вот этот вот достань, который здесь находился. И продемонстрирую вам содержимое. Вот я открываю сейчас. Значит, на видеокамеру, пожалуйста, запись. Вот как бы. И сейчас я извлеку содержимое, что находится в пакете у нас здесь. Значит, упаковка банковская, значит, в которую упакованы, значит, денежные средства. Имеют записи, значит, соответственно, дата. Значит, Московский банк написано, как бы, да, прошу зафиксировать вот это все. Купюра, которая находится сверху, имеет серию и номер, соответственно. Так, сейчас мы перевернем тоже упаковку. Здесь тоже имеется купюра крайняя, которая имеет серию и номер. Значит, в ходе проведения осмотра применялось техническое средство видеокамеры марки Panasonic HC-V110, номер такой-то. Осмотр производился при естественном освещении. Осмотром установлен автомобиль марки Escalade, государственный регистрационный знак. В салоне данного автомобиля на заднем сиденье обнаружен пакет белого цвета с надписью «Книжный лабиринт», в котором находится банковская упаковка денежных купюр с реквизитами банка, в котором имеются купюры достоинством 5000 рублей с номерами купюр, видимых через прозрачную упаковку, а именно купюры достоинством 5000 рублей с номерами Игорь Григорий 913-09-07 и номер Анна Елена 548-57-46. Также на заднем сиденье обнаружена сумка черного цвета, в котором находились личные вещи. По поводу обнаруженных денежных средств на осмотре пояснил, что данные денежные средства в количестве, которым он не смог пояснить, получил в качестве займа от угла.
свою очередь, пояснил, что передал 5 миллионов рублей в качестве оплаты назначения на должность начальника Волго-Каспийского управления Росрыболовства. Все, протокол закончен. В ходе осмотра проводилась видеосъемка. Вышеуказанные в протоколе предметы и документы упакованы в пакет белого цвета и опечатаны полосками бумаги белого цвета с печатями для пакетов ОЭП ЗАО и подписями участвующих лиц и понятых. Значит, протокол был зачитан вслух. Все, вопрос есть? Подписывать будете? Или отказываетесь? Да, что подпишу? Подпишите, ну, да? Там подпишу. Нет, здесь. Ну, а что-то да, открой дверь, а или окно там, Жабров будет подписано, да, это свидетельство. А там в черной сумке еще айфон лежал. Да мы потом его осмотрим, когда будем осматривать. Айфон нет. Нет. Да ничего мы не вам, поверьте, нам ваш айфон не нужен. У меня снова два айфона. Отказывают? Будете подписывать? Да подпиши. Да, давай. Вы подпишите, да? Все, значит, Жабров подписывает. Не, покажи, где, значит, план стоит там. Я тоже подпишу, я вообще не вижу.